Всем привет! Сегодня я голубой кот. Играю. Да, правильно. Город. Не для того, чтобы снять зомби-апокалипсис, а показать вам кое-что. Не все мои видео смотрят. Это видит и тиктока. Тиктокера. Как? Хотя можно видеть, что у меня голова даже синяя. Смотрите, вот тут мы видим на картине. Мальчик какой плачет. А если нажать вот это, вы охренеете. Все, синий кот отправляется умирать. Кстати, сколько будет серий по зомби-апокалипсису, вы мои думаете? Я вам сейчас скажу, будет 10 серий. И может какие-то будут выходить не каждый день. Спойлер еще, Саня тоже будет в этом фильме моем присутствовать. Еще скоро выйдет мой трек «Говори правду». Нет, не говори правду. О, что же так низко? Наверняка, ребят, мы не долетим до речки. Спойлер, как трек будет спеться. Не говори ничего, мне никуда идти. Ну зачем ты меня создал? Поверь, я тоже хочу свободы. И тоже хочу быть свободным. Знаю, тебе не понять, потому что твоя душа пуста. Вот так трек будет звучать. Это пару слов я вам только сказал. Так, летим прямо, прямо. Отключить парашют. А, не, мы рано отпустили парашют. Все, до побачення. В принципе, тут было и невысоко. О, какой-то мужик и баба. А, не, это кот. О, поеду я с ними. Меня возьмите.
Забыли синего кота. Подождите, люди. Блин, что-то у меня попахивает.